Всем привет! У меня пришли очередные посылочки. Покажу, для чего они у меня пришли. Вот локомотив разобранный, это будет во втором видео. Мы там будем делать замену шестеренок. Вот, а что у меня пришло? У меня в первую очередь пришли вот такие вот шестеренки, я заказывал. Ссылочка будет внизу. Вот на этот. Это на старую Машку, на БР-118, БР-120. Потом, куда еще идет там у нас, сейчас я вспомню, да, БР-100, это 120, БР-118, вот, вот эти шестереночки идут в вот такие вот тележечки, вот, это будет у нас в следующем видео, а вот сегодня у нас инструмент я заказал, чтобы менять вот эти шестеренки, вот он пришел. Вот такой вот инструмент хороший. Я его уже опробовал. Вот уже одну шестеренку я поменял. Все это на другом видео будет. А сегодня у нас про него. Вот такой вот у нас инструментик пришел. Распрессовывать колеса, шестеренки. Кстати, здесь вот три насадки у него. Одна вот насадка. Вот такая вот насадочка у него. Вот они меняются. Вам сейчас покажу все. Вот, вот вторая насадка. Вот. Вот так, вторая насадочка. И вот здесь третья насадка. Вот. В общем, я его опробовал, этот инструмент. Очень классно. Здесь меняется обалденно. Вот эти вот все прибамбасы. Вот. Будет в другом ролике, как я распрессовываю, меняю. А ссылочки на шестереночки и на вот этот прибамбас будет внизу под видео. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Ждите следующего видео. А кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.